Привет Лехе Подволокину. Пробуем снять ваш рекорд в 400 килограмм в парнотяге. Насобирали кое-как блинов. Потом пересчитаете, на паузу нажмете. Алёха, снимай. Что, готов? Мы без ремней? Привет. Без ремней, без этих. А вот как это? Без лямок. Сейчас, подожди. Только я, получается, разрабатываю, да? Так, ракурс надо получше, вот. А ты можешь опять снимать на своё лицо, типа, улыбаешься. Можешь, наверное? Да. Куда? Нет. А не перевернётся? Давай, не умничай, вставай. У тебя там уже все хорошо видно, близко. Пацан, дай. Считать, да? Раз, два, три. Опа! Это мои края, да? Блин! Хорошо, да? Долго думали, что сделать, привязали две гири по 32 килограмма, итого получилось 464 килограмма. И еще две лямки? И две лямки, и зажимы, да, и железные. Если гриф лопнет, это будет фиаско, братан. Без ремней, без лямок. Так, дубль два. Да, и важно еще гири не поставить на ноги. Я не подумал, прошлый гири по яйцам. Нет? Давай, блин! Опускаем их правильно, да? Считай. Раз, два, три. Это было тяжело! Ну все, ждем от вас ответки. Вот проверка, смотрите, да? Бля, я прикинь, я прямым ходом жму. Гири, покажи 32 килограмма. Видно, вон 32. 32. 32.